Друзья, всем доброе утро, всех приветствую на канале. Сегодня мы приехали половить линя, вот. Сейчас, наверное, 5 часов утра, сейчас очень довольно-таки, да, вот запузырил уже, поздно расцветает, в 3 часа еще темно, в 4 темно. В общем, друзья, сегодня приехали половить на опарыша, червяка и еще такую небольшую изюминку внесли, половить, попробовать на бойл. Там марципан запах, клубника, в общем, запузырил. В общем, ребят, приехал, как обычно, приезжаем мы пораньше, чтобы сделать закорм предварительно, вот. По корму у нас сегодня также, ребятки, у нас гранулы. Вот, сделал вот такой вот, более такой, не пластилин, а такой более рассыпчатый. Гранулы, марципан, ну, в общем, то, что любит линь. Вот. Я думаю, что будет все хорошо, потому что он уже запузырил, уже гуляет. Что, будем заряжать? Погнали. Хочу поблагодарить всех друзей, которые меня смотрят, постоянно зрители, новые зрители. Все, друзья, кому понравится рыбалочка, обязательно палец вверх, подписочка. Все, погнали, ребята. Так, ребятки, вот по удочке у меня вот такая 6-метровая одна бола. Вот, о, запузырил. Так, потянем беленького. Одну, короче, у нас будет, ребятки, беленький червячок. Вот. А на вторую будет у нас... Да. Сейчас покажу кучечку. О. А на вторую удочку, ребятки, у нас будет бойл. И Боря, да? Боря, ты на бойл ловишь, да? Да. Боря вот ловит тоже на бойл. Так. Опа. Ну ладно, пускай там попует. А, видишь, там мельче. Попал маленько вот в край, к камышу ближе. А там сразу мельче. Ну вот, ладно. Пускай вот здесь вот эта одна будет здесь. Вот. Буду ловить на две удочки. Так как одну на бойл, как говорил. Одну на белого. Вот, сейчас вторую зафинтим. Так, ребятки, вот из бойлов. Поп-ап. Вот такой есть. Это получается у нас марципан, да? Чисто марципанчик вот такой. А? Так, это нам посоветовал друг с Литвы. Рыбак. Это тоже думплес. Траппер. Так, а это вот такой вот. О. Ай, пахнет, хоть сам кушай, блин. Вот. Так. Бойло в сторону, короче. Так. Ладно, так, в общем. О, блин, травина. А тут вот такая вот. Вот бойлик. Травы. Набрал. Вот, ребятки, как это все выглядит. Я, честно, никогда не ловил на бойл. Честно. Ну вот, хотела попробовать. В общем, как это есть? Что это такое? О. Не знаю. Как-то так. О, в общем, не знаю. Первый раз я на бойл ловлю, поэтому если что не так, вы извините и подскажите, если знаете что-нибудь про бойло, кто на бойло ловит. Есть же много людей, которые ловят леща на бойл. Хотел я попробовать на донке именно бойлом половить, но вот пока вот как-то и то я сегодня выбрался, что, блин, много работы у меня, блин, сейчас поднавалило. Но надеюсь, что все наладится,
не так часто получается приехать, блин, на рыбалку. Вот. Блин, что там с глубиной жабли не так? Как бы стараюсь и так уже почаще, блин, но... Еще меньше надо поставить. Вот. Чтобы было вам интересно. И мне было интересно. Блин, я там сейчас на куст повешу. Вот так вот, в общем, ставил. А? Сейчас дам. Погнали, ребятки. Да, ребятки, вот сколько прошло немножко времени. Подходит опять. Ну, такими пачками. Набой кто-то тоже вот трогал. Угу. Был положивший, блин. Ну, нифига. Фиг его знает. Ну, он ходит. Шоркается, все как надо. Подкормку я, блин, сделал уже такую, как люди мне говорили, чтобы типа кинул и рассыпалось. Вот. То есть, как бы все как надо. Не пластилин. Так что, ну, ждем. Не так много времени прошло. Ждем. Как-то, даже как-то прохладно. На август месяц, блин, офигеть. Как-то с утра, когда только приехали, было теплее. Сейчас как бы так, маленько. Не по себе. Ветерочек поднялся. Это, блин, прям в лицо такое еще. Неприятный. Вот так вот. Так, ребятки, сделаем. Вот такие вот. Он рассыпается. Сделаем еще один закорм. Пускай ест, правильно? О, блин, как далеко, да? А? Кого? Да, я видел. Шуганули мы его. Ну, шуганули. Да. Его полез, бомба, да, кидаем, блин. Вот так вот. А? Так. Все, надо перезарядиться. Поклевочки были, не вытаскивал. Свеженького парика надеть. Да, пока, конечно, ходит. Ну, ходит. Ну, видно, что ходит. Пузырит, все. И после очередного закорма. Вот. Пузырил. Ну, шляется. Подойдет, тыкнет. Что на бойл, что на белого. Одна песня. Не знаю, друзья, что ему пока надо. Блин. Очень даже сложно мне сказать, что он хочет. Не знаю. Ну, конечно, еще время. Фигня сколько тут. О, поклевка. У Боряса на бойл была поклевка. О, ну. Пока кидать не будем. Хорошая поклевка была, и запузырил. Да. О. А? Ну, он запузырил. Там бойл у него. А, вот этот. Вот этот стоит, да, у тебя? Там. Нет. А. Вот этот вот стоит у него. Марципан.
Вдавил, подержал и все. Ну, он сразу запузырил, это 100% он был. Ну, ребят, ну почему, что ему, что не нравится? Что ему не устраивает? Погода? Полная луна была? Неужели? Я не знаю. Вчера полнолуние было. Как бы по календарю, как бы сегодня так себе типа клёв. Ну, может, чуть позже будет. Бог его знает, понимаете? Тут у нас бывало такое, что, блин, бывало утром нифига, там в 10 клюнет, там в 9. И один, и второй, блин, бывало такое. Бывало в 12 клювал. Да, блин, Бог его знает, что он хочет. Ну, видите, еще утро холодное, может, поэтому. Ну, он приходит, он жрет, ну что? И он не один приходит сюда. Видно, кто-то у меня на бойл клюнул. Поклевка была. Видно, на эту клюнул, в берегу. Видно, что он приходит, и не один приходит. Он приходит стаей, блин, он пузырит. Кофейку надо бахнуть. Видно, что он приходит. Так, сейчас протру. Давай. Видно, что он приходит не один, его хорош. Спасибо. Друзья, кофейку. Видно, что приходит он не один. Блин, не знаю, что ему надо. Погода тоже меняется, блин. Одну ночь было тепло. Сегодня как бы приехали, вроде тоже более-менее тепло было. А потом раз, блин, ветер задул, похолодало. Не знаю. Может, какой день прилечу, попробую вечером половить. Вот. Ну, как есть. Как есть. Вот такая вот рыбалка. Рыбалка это не только спорт, но и отдых. Вот поклевка была. Правильно. Поэтому поймаем хорошо. Не поймаем, но покажем, как это все было. Ну, как на самом деле. Поэтому как есть, так есть, друзья. Ничего не попишешь, как говорится. Рыба хитрая. Ну, кто тут у нас? О, блин, нифига себе. Какая пришла. Иди сюда. Нифига себе, какая. Чудская плотва. Чудская плотва пришла. Ну. Ух ты. Ну, какая батонина. Отпустим. Пускай растет. Красавица вообще, блин. Ну, такая длинная, интересная такая. Очень красивая. Иди расти. Расти. Как говорится, ребятки, не за той рыбкой как бы приехали. У меня как-то так складывается всегда, честно вам скажу. Если я приехал, допустим... О, кто там? А, блин, сверху что-то клевало. Как говорится, если я приехал на линя, значит, я ловлю линя. Не клюнул, ну, значит, так надо. Если я приехал ловить плотву, значит, я ловлю плотву. У меня так складывается. Вот. Да, если там бывает, что их на сушечку там взять, там, ну, тогда можно. А так, это как бы так. Всегда стараюсь, ребят, целенаправленно. О, блин, кто там? О, кто-то клюнул. Пока я тут... О. Ого,
Фанерина пришла. Да, такого, блин, никогда не было. Вот, всегда стараюсь. Ну, как целенаправленно, как бы. Я рад, конечно, любой рыбе, любой поклевке. Только когда, честно, стараешься поймать этого жулика, и потом, мало ли, что-то не так идет, ну, тогда маленько огорчаешься. А так, ну, что делать? Вот. Это рыбалка. Что-то клюнуло, уже хорошо. С одной стороны. Дай бог. Поклевку увидели. И хорошо. Что, ребята? Скорее всего, придется сегодня нам смириться с тем, что курнули мы с Борясом дружненько. Прикурили, как говорится. Ну, ничего. Моряк не унывает. Улыбается. Говорит, все нормально. Я, в принципе, тоже не переживаю. Сейчас вот, блин, были еще поклевки. Главное, все, шушера пропало, все пропало. И кинул корм в одно место. И главное, смотрю, ну все, он запузырил. Я одел червяка. Он подошел, потрогал немножко, вот сейчас тоже пузырит. Потрогал немножко, все, кинул. Белого потрогал немножко, кинул. Ничего не хочет, абсолютно. Он подходит, он видно, что вот это он подошел. И все, и не хочет. Так что, не знаю, друзья. В общем, ну, как есть. Как есть, так уж получилось, что такая рыбалка вышла. Ну, я старался, упирался. Ну, так вот вышло. А, он пузырит, блин. Он плохо видно, он в траве тут, блин, совсем бурлит, блин. Вот. Ну, в следующий раз получится, как говорится. Все, друзья. Всем пока. Всем не хвоста.